Всем привет, ребятки, с вами Ревос, и сегодня в этом видеоролике я вам хочу показать, сколько на данный момент у меня всего есть денег и как я их вообще заработал, играя на проекте Резон РП. Но перед тем, как начать, хочу вам напомнить, то, что я играю на проекте Резон РП Юма. Если вы хотите играть со мной, то при регистрации в меню, кто вас пригласил, указывайте мой никнейм Сергио Ревос, и при достижении вашего третьего уровня я вам выдам 300 тысяч. Ну а если вы в никнейме своего персонажа фамилию укажете фамилию Ревос, то я вам выдам не 300, а 400 тысяч. Также, когда вы достигнете 5 уровня, не забудьте в меню персонажа ввести мой промокод Ревос, который даст вам просто кучу бабосиков. Просто кучу. Давайте, знаете, что сейчас сделаем? Давайте сейчас зайдем в меню персонажа, вот МН, действия персонажа, моя статистика, и вот давайте смотрим. Деньги 28 миллионов, это у меня то, что на руках. Деньги в банке 956 миллионов, ребятки, почти 1 миллиард. И еще на депозите 192 миллиона. То есть у меня на данный момент есть больше 1 миллиарда, вы понимаете, какая это большая сумма. У меня еще имуществом очень много всего, тут машинки, вот там всякие маверики, НРГ, бизинфо, у меня тут 4 АЗСки и 1 бар топовый. То есть потом можно будет еще пойти посчитать, сколько у меня будет денег, если я все это продам. То есть будет это довольно-таки интересно. Давайте сейчас, знаете, что сделаем? Давайте сейчас поедем, короче, к банку и снимем все наши бабки, которые у нас есть. Давайте сейчас все снимем и посмотрим, как эта сумма будет у нас вообще выглядеть. У меня такой большой суммы еще никогда и не было. Максимум, когда я играл на Месси, у меня было 500 миллионов, но 1 миллиарда у меня еще никогда не было. Нормально, нормально сидишь. Так, N. Так, вводим наш пин-код. Так, давайте включим чат. Пополнить счет. Давайте пополним счет. У нас там есть узнать счет. 956 миллионов, давайте все сейчас, ребятки, снимем. 956, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот, ребятки, все, мы сняли. Посмотрите, какую сумму мы с вами сняли. Это просто капец. О, господи, это сколько по времени у меня сейчас будет наполняться вот эти вот деньги? Минут 5, наверное, минимум, стопудово. Потому что они сейчас будут наполняться до 1 миллиарда. Короче, больше наш худ денег показать просто не может. Это максимальное значение. Хоть у нас и больше 1 миллиарда, но это самое максимальное значение, которое может показать нам наш игровой худ. Вот сейчас, ребятки, у меня типа есть 1 миллиард, и вот для тех вот типа мажориков, у которых типа там куча топовых бизнесов, если вы хотите что-то продать, то обязательно напишите мне. Мы с вами поговорим, и я думаю, я у вас что-нибудь да и куплю. Сразу скажу то, что я покупаю по курсу 1 к 3. Что это значит? Сейчас объясняю. Если, к примеру, в бизнесе прибыль 600 тысяч в день, то за данный бизнес я даю 200 миллионов. Если в бизнесе прибыль, там, к примеру, в день 3 миллиона, то я даю там уже 1 миллиард. Вот такие расценки. По поводу накрутки в прибыли бизнеса. Ребят, даже и не пытайтесь, я знаю прибыль каждого бизнеса на этом проекте, поэтому просто не тратьте ни мое, ни свое время. И все. Сразу, то есть, прошу, после этого видеоролика, ребят, не нужно мне там писать в ВК, типа, ха-ха-ха, тебе никто ничего не продаст. Ребят, кому нужно, тот продаст. Я не собираюсь покупать бизнесы за бешеные бабки, чтобы окупать их там по 5 лет. Мне оно, ну нафиг не надо. И вот теперь, ребятки, для вас следующее предложение. Если вы хотите увидеть, как я там трачу весь мой миллиард на машины, на всякие там топовые дома, на бизнесы, то обязательно поставьте лайк этому видеоролику и отпишите об этом в комментарии, чтобы я узнал то, что вы это действительно хотите увидеть. И тогда я засниму видеоролик, где я трачу просто полностью весь свой миллиард. Теперь давайте перейдем к следующей части данного видеоролика, как я заработал 1 миллиард вертов. Ребят, я играю на серваке с открытия. В основном, чем я занимался, это перепродажами. Я ловил дома, бизнесы, я крутил рулетки. Все это давало мне жесткий начальный буст. И чем больше у меня было денег, тем больше оборота для перепродажи я и имел. Но не стоит забывать и про самый ключевой момент. Это мой бизнес, бар на пляже Санта-Мария, с которого идет просто бешеная прибыль. Когда, ребят, я только покупал этот бар, он не выходил где-то в 100 миллионов, владелец данного бизнеса говорил то, что там прибыль около 5 миллионов. И все мои друзья говорили, не верь, это все развод, тебя обманут, ты рискуешь, этот бар могут в любой момент пофиксить и так далее. Но на тот момент я понимал то, что это всего лишь игра и это всего лишь виртуальные деньги, но почему бы типа и не рискнуть, да? Ничего такого страшного не случится, если я и потеряю эти деньги. Как на самом деле и получилось, риск был вполне оправдан. У меня прибыль довольно-таки сильно выросла, я набрал пиар-команду, я распиарил этот бизнес, и у меня все было просто чики-пуки. Далее Аризона сделала еще обнову, где в баре увеличили лимит ставки до 600 тысяч, и у меня еще выросла прибыль.
Прибыль своего бара я показывал в одном из своих видеороликов, и вы можете в любой момент этот видеоролик посмотреть и заценить. Теперь специально для тех индивидов, которые постоянно твердят, вы ничего сами не можете, все вам выдают администраторы и так далее. Ребят, ну я вам, как бы понимаете, я вам ничего доказывать не буду, объяснять я вам тоже ничего не буду, но понимаете, мне просто нафиг не надо. Если у вас в башке проблемы, то, ребят, я ее лечить не буду, это не моя работа. Я просто знаю то, что умные люди, они сами понимают то, что никакой администратор, никакому ютуберу просто так верты не выдаст. Я, то есть, как свидетель, как ютубер этого проекта, я вам говорю, никто ничего не выдает. На этом, ребятки, ролик подошел к концу. Если данный видеоролик вам понравился, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Думаю, скоро мы с вами заснимем видеоролик, где я потрачу полностью весь этот 1 миллиард. И я думаю, он вам довольно-таки сильно понравится. Большое вам спасибо за просмотр данного видеоролика и до скорого, ребятки.